Итак, Дженуа на Марассе принимала Ювентус. Появляются команды на поле. Ювентус уже знает результат матча Лацио. И, конечно, они настроены на победу. Состав Дженуа: Перин в воротах, Ромеро, Сумаро и Масьело в центре обороны, Гильона, Касата по краям, Шоне, Бехрами, Стураро — это полузащита, Пинамонти и Фавилли в нападении у команды Давида Николы. Вот он, наставник генуэзцев. Маурицио Сарри, следующий состав его команды. Щенсный вороток, Делик, Банучи в центре обороны, Квадрадо, Данила по краям, Бентанкур, Пьянич, Рабьо полузащита и группа атаки Бернардески, Дибала и Роналду. Маурицио Сарри, главный тренер Ювентуса. С мячом пока что генуэзская команда. Высокий прессинг мы наблюдаем от гостей из Турино. И, пожалуйста, перехватывает мяч они. Криштиану Роналду. Удар. И в игре Маттео Перин. Вратарь Дженуа. Хороший получился плотный удар у Криштиану. Не без труда тут потащил генуэзский вратарь. Вновь Ювентус с мячом. Бентанкур налево. Данило. Возвращает мяч Деликто. Тот на правый край. Здесь уже поддерживает атаку Квадрадо. Кросс, штрафную площадь. Удар. Это бил по воротам Адриан Рабьо. Не сильным получился удар, но, тем не менее, отметим выбор позиции. Да, Маттео Перина вратарем Дженуа. Бентанкур. Пьянич. На правый край. Здесь уже Дибала сюда сместился. Криштиану Роналду. Удар в ближний угол. И очень опасным получился удар. Несмотря на то, что Перин контролировал ближний угол. Да, мяч-то полетел под самую перекладину. И не без труда среагировал вратарь генуэзцев. Второй тайм. Квадрадо. Тянули здесь за футболку Бернардески, но с мячом по-прежнему Ювентус. Квадрадо. Дибала эффектно входит в штрафную, бьет и забивает. Забивает Паулу Дибала. 1-0. Ювентус выходит вперед в начале второго тайма. Первый оказался без голевым. Не сумел здесь уже помешать защитника Масьело. Ну и не сумел парировать этот удар Перин. Борьба за мяч в центре поля. Эту борьбу выигрывает Рабьо. Пьянич элегантно так скинул на Криштиану Роналду. Он движется по центру. И красавец гол. Красавец гол от Криштиану Роналду. Прекрасный удар с дальней дистанции. Как из пращи сейчас выстрелил Криштиану Роналду. И мяч с сумасшедшей скоростью залетает в ворота. Квадрадо. Красиво сыграл Дуглас Коста. Он со скамьи вышел во втором тайме. Появились Игуаин, Рэмзи потом. Дуглас Коста. Сам решил пробить Дуглас Коста. Ну что, решайте. Какой гол красивее, да, Дугласа Коста или Криштиану Роналду. Выбирайте. Оба породистые. Два точных дальних удара, и у Ювентуса уже очень комфортное преимущество в концовке матча. И генуэзцы пытаются забить гол престижа. Это Санабрия.
вышедший во втором тайме. Касата выполняет подачу. Бераски. Уходит от соперника Бераски. Грузит штрафную площадь. И вот такой гол тоже красивый. Андреа Пинамонти. Под штангу. Войцех Щенсный не спас команду. Так как-то уже присел на колени Войцех Щенсный, да? Над плечом у него мяч просвистел. Компенсировано уже к матчу время. 4 минуты добавил арбитр. Звучит финальный свисток. Ювентус выигрывает 3-1. Отставание Лацио 4 очка. И Ювентус продолжает уверенно чувствовать себя на первой строчке турнирной таблицы.